Ну и по старой доброй традиции взвесим нашу дыньку, наш раймонд. Разрежем и продегустируем. 3529. Отличная дынька. Куст привит на ферму. Ох, аромат пошел волшебный. Такая у нее мякоть. Так, стоять. Небольшая семенная камера, достаточно толстая мякоть. Мякоть плотная должна быть, потому что сажаю уже не первый год. И безумно вкусная, хрустящая и очень сочная, как я люблю. Попробую. Безумие. Дынное безумие. Это невероятно вкусно. Чудесно. Волшебно. В общем, исходя из своего опыта, в этом году я сажала несколько новых гибридов. И все-таки я была права в начале этого сезона. Самый вкусный ранний гибрид – это Дакара. Самый вкусный поздний – это Раймонд. Поэтому я, наверное, не буду больше экспериментировать, не буду ничего другое покупать, сажать. Как были эти два мои любимца, так и останутся. И путаницы будет меньше в огороде. Ребятки, еще раз запомните: поздняя дынька Раймонд. Ставлю вам в видео, где купила семена, и я думаю, что там будет описание этого гибрида. Это волшебно. Вкус этой дыни сравнится с торпедой дыни, которую можно купить в Узбекистане, именно там, где она росла, где она вызрела и где она продается. Это шикарная дынька. Ну все, в этом году больше у нас обзоров дынь не будет. Я вам надоела уже со своими дынями и арбузами. Я буду очень рада. Кому будет полезно видео в выборе семян на следующий посадочный сезон. Выращивайте дыни в средней полосе, даже поздние. Они очень вкусные. Не хлопотные выращивания, ну, естественно, невероятно полезные, так как без всяческих удобрений, обработок, как говорится, экологически чистые. Ну все, пока. Больше видео о дыньках и арбузах в этом году у нас не будет. Дай бог будем живы, встретимся уже в следующем году. Ну, пока.